Доступность городской среды оценили активисты Общероссийского народного фронта Омской области вместе с инвалидами. Флешмоб «За качество» прошел во всех регионах страны. По словам Амичей, многие предприятия и объекты по-прежнему не оборудованы пандусами. Если они и есть, то пользоваться ими неудобно. Елизавета Васильевич подробнее. Пробуем? Ага. Давайте. Вызов охраны. Нажимаем, да? Спуститься в подземный переход у библиотеки Пушкина инвалид-колясочник Сергей Гезиков не может. Специальные подъемники не работают. На вызов кнопки приходит охранник. Специально сделал как, на погоду, что не работает. А, он его не работает? Не работает. А как нужно спускаться тогда? Ну, понять, что значит на погоду? Они методические? Вот должен я выходить, помогать. То есть, если я, допустим, нашему надо вручную спуститься, ему надо вручную спуститься. Да. А как это здесь? Смотря какой габарит. Лифт для инвалидных колясок запакован в чехол. Устройство перестает работать уже при минусовой температуре. У меня вопрос. Господа, кто покупал и ставил это оборудование? Вы же ее в Сибирь ставили. В таком случае я допускаю, что вообще не надо на нас деньги тратить. Попросить прохожих, и они спустят и поднимут по ступеням, как это было раньше при Советском Союзе. По документам, большинство подземных переходов в городе обустроены для инвалидов. Но пандусы для многих колясок не подходят. Пользоваться этим пандусом, который находится в подземном переходе недалеко от железнодорожного вокзала, не только неудобно, но и опасно. Направляющие, как мы можем заметить, находятся практически в аварийном состоянии. С наступлением холодов пандус все больше покрывается снегом и льдом. Однако чистят его плохо и редко. У отделения Сбербанка люди так и не дождались помощи. В банке заявили, кнопка работает. А почему никто к инвалиду не вышел, они обязательно выяснят. Аптеки, магазины, торгово-развлекательные центры. Город, говорят, в Общероссийском народном фронте для людей с ограниченными возможностями здоровья практически не приспособлен. В областном министерстве труда утверждают, частные компании им запрещено проверять по закону. Нужно понимать, что функция контрольно-надзорная, она очень жестко регулируется федеральным, в первую очередь, законодательством. Те же объекты, субъекты малого и среднего бизнеса сейчас запрещено проверять, поэтому они на этот период, на момент действия запрета, пока из нашего поля зрения естественным образом выпали. В этом году на обустройство доступной среды для инвалидов всего было выделено около 40 миллионов рублей. В Общероссийском народном фронте намерены жестко проконтролировать, как потрачены эти деньги. В ближайшее время активисты проверят тактильную плитку и парковки. Елизавета Васильевич и Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.